Здравствуйте! Представляю вашему вниманию новинку в модельном ряде Leonord – измельчители пищевых отходов. Сколько раз мы с вами сталкивались с ситуацией? У нас с вами приходят гости, много чего не доедается, это нужно куда-то девать. Мы это с вами деваем либо в унитаз, который со временем забивается, либо, соответственно, мы это идем выносить в помойку. Вторая ситуация, когда у вас есть маленькие дети, которые тоже часто не доедают, и это тоже нужно куда-то девать. Да и просто вы чистите картошку, овощи, и все эти отходы нужно, соответственно, здесь же идти выкидывать, потому что за ночь, соответственно, они начинают пахнуть. Как раз вот с этой ситуацией, чтобы комфортным сделать ваше присутствие на кухне, и справятся наши новинки. Измельчители пищевых отходов у нас представлены двумя моделями, 400 и 650. Младшая модель на 400 Вт, вот она имеет приемный отсек на 1,2 литра. Вот, и старшая модель, она у нас, соответственно, на 650 Вт, и приемное отделение у нее на 2-литровое она идет. Соответственно, и по цене. Вот это будет подешевле, это подороже. Также между ними еще идет различие, что вот эту модельку, она у нас используется с пневмокнопкой, то есть ее нужно реально соединять, кнопку соединять с самим измельчителем, да. Более старшие модели здесь есть, можно использовать и пневмокнопку, но также можно использовать у нас с вами дистанционную кнопку управления, то есть без проводов. Также эта кнопка у нас предназначена для того, если у вас есть маленькие дети, чтобы они случайно не нажали на эту кнопку и не включили измельчитель, вы вот этот отдельный блок, соответственно, дистанционного управления, кнопочку сами можете повесить, в том числе и в ящичек, да, наш кухонный, который будет за дверцу, и ребенок ни в коем случае до него не дотянется. Также здесь у нас с вами есть система Smart Defense, которая при блокировке измельчителя, ну, если что-либо происходит, не будет ломаться двигатель, он автоматически выключится. И также здесь дополнительно стоит шумоизоляция, потому что все-таки 650-й, да, он такой громковатый, если не будет шумоизоляции, то достаточно сильный будет шум при работе. Здесь как раз за счет этой шумоизоляции мы, получается, его убрали, сделали более толстый, соответственно, у него корпус, и он будет достаточно тихо у нас с вами работать. Дальше хотел бы перейти к распаковке и также установке. Это будет снято отдельным у вас с вами видео, тоже будет выложено на нашем канале.